Здравствуйте! Здравствуйте, люди, посвятившие свою жизнь в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, то есть устройству нашего города на благо жителей. Ваша работа сопровождает каждого человека от первого до последнего дня жизни, и нет у вас ни праздников, ни выходных дней. И днем, и ночью, и в стужи, и в зной вы делаете свое дело, оказываете помощь всем, кто в ней нуждается. И сегодня, в этот праздничный день, мы хотим сказать от всех жителей нашего древнего города большое спасибо! Сегодняшний Ярославль – один из красивейших, зеленых, чистых и благоустроенных уголков на Волге. И в том, что тысячелетний Ярославль живет и хорошеет год от года – большая заслуга всех тех, кто собрался сегодня в этом зале. Настоящих профессионалов своего дела, достойных признания и наград. Друзья, сегодня в честь профессионального праздника будут вручены награды лучшим работникам отрасли жилищно-коммунального хозяйства нашего города. Я вам хочу сказать всем спасибо, потому что мы одна большая семья. Наша сфера, она направлена для того, чтобы мы создали условия для нормальной, комфортной жизни людей. У нас не все, но получается. И как Валентина Владимировна Терешкова бывает так говорит с Говорком, по-хорошему получается. Спасибо вам. Праздник. Благодарственное письмо мэрии Ярославля вручается Комаровой Кире Сергеевне, дворнику общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-клининг». Родственники Леонидовне обеспечивают ремонтные службы открытого акционерного общества «Тепловая энергетическая социальная система». Наконец, благодарственное письмо мэрии Ярославля вручается Бровкину Венедикту Федоровичу, слесарю зоотехнику общего отдела департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Спасибо большое. Ну и в конце я хочу сказать все-таки еще и слова благодарности своим коллегам. Спасибо за то, что они умеют организовывать, спрашивать ту работу, которую необходимо проводить каждый день по благоустройству города. Спасибо. С праздником. Друзья, наши поздравления продолжаются. Мы с большим удовольствием хотим представить вам еще одного юбиляра. В нашем городе есть предприятие, которое вот уже 15 лет снабжает жилые дома и объекты соцкультбыта теплом и горячей водой. Это созданное в ноябре 1997 года открытое акционерное общество «Тепловая энергетическая социальная система». Основной целью деятельности общества является надежное, качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Мы искренне поздравляем работников открытого акционерного общества «Тепловая энергетическая социальная система» с 15-летним юбилеем. Почетной грамотой награждается Викторов Александр Николаевич, слесарь аварийно-восстановительных работ Северного водопроводного района открытого акционерного общества Ярославль-Водоканал. Спасибо, Анна, за вашу почетную миссию. Дорогие друзья, наши поздравления продолжаются, и мы с большим удовольствием хотим представить вам еще одного юбиляра. В августе 2002 года для обеспечения полномочий органов городского самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства постановлением мэра Ярославля создано муниципальное учреждение «Ярославль-общежитие». Предприятие работает плодотворно, организовано с энтузиазмом. Под руководством директора Шкирева Романа Вячеславовича на нем работают увлеченные, любящие свою работу люди. И мы с удовольствием приглашаем на эту сцену директора предприятия Романа Вячеславовича Шкирева. Роман Вячеславович, примите наши поздравления. И аплодисменты от всего зала. Necesita una boca de gracia.
друзья, позвольте еще раз от всей души поздравить вас с профессиональным праздником. Ну и к нашим поздравлениям присоединяется великолепная Натали. Спасибо, добрый вечер. От всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником. Желаю здоровья, сил, творчества, чтобы прекрасный Ярославль становился еще краше и еще любимее. Поздравляю вас! Праздник огромный, танцы начинаем сразу. Для вас легкая воздушная песенка «Облака». Приглашаться с точки, обстрелять.